Мигель де Сервантес Сааведра – испанский новеліст, драматург і поет, класик світової літератури. Написав «Галатею», «Дон Кіхот», «Мандри Перселеса та Сигізмунда», прикладні новели та інше. Відомий насамперед як автор роману «Дон Кіхот», який багато критиків називають першим сучасним романом та одним із найкращих творів світової художньої літератури. Совсем недавно, в 2015 году, в Испании отметили 400-летие издания романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» выдающегося испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра. Чествование совпало с важным событием. В Мадриде археологи нашли место захоронения и останки знаменитого писателя в склепе монастыря Тринитариев, который торжественно перезахоронили в Мадридском соборе Святой Троицы. А вот уже 29 сентября крайне сложного 2022 года уже весь мир отмечает юбилейную дату – 475 років від дня народження іспанського письменника, драматурга та поета Мігеля де Сервантеса Сааведра, який народився у 1547 році, а пішов до небес у 1616 році, прожив на нашому світі 68 лет. Автор безсмертного романа Мигель де Сервантес мог бы сам стать героем захватывающего романа. Он родился в не очень богатой семье. 7 детей все-таки было, и всех нужно было достойно содержать, сообразно дворянских традиций. Служил на флоте, участвовал в морском сражении между Испанией и Османской империей и был ранен. Его левая рука навсегда осталась неподвижной. Сервантес шутил: «Левая рука не работает в угоду правой, которая и должна писать книги». Сервантес несколько лет служил при дворе в Неаполе. Возвращаясь в Барселону, корабль, на котором плыл Сервантес, был захвачен пиратами. И будущий писатель 5 лет провел в плену в Алжире, ожидая, пока его семья соберет огромную сумму для выкупа – 2000 эскудо. 4 раза он пытался бежать, и каждый раз кто-то из, так сказать, друзей, заговорщиков, выдавал план побега. Каким-то чудом корсары его не казнили. Время, проведенное в плену, серьезно повлияло на его биографию вообще и становление личности в частности. В будущем Сервантес будет описывать всевозможные издевательства, которым регулярно подвергаются герои его произведений. Это и не удивительно, ведь обо всем этом Сервантес знал не понаслышке. Интересен факт, что первые стихотворения и пьесы он начал сочинять еще во время своего пленения. Вернувшись в Испанию, Сервантес много работал, чтобы вернуть деньги за выкуп. Он занялся закупкой провианта для испанской непобедимой армады. И снова его постигла неудача. Сервантеса обвинили в растрате средств и посадили в тюрьму. Занимаясь коммерцией в Севилье, в тюрьму попадал он 3 раза. Но именно в тюрьме появилась идея написания романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий». В 1605 году была опубликована первая часть великого романа, который и принес ему славу. Но слава усилила враждебное отношение к нему, выразившееся в насмешках, клевете, преследованиях, зависти, что характерно, впрочем, и в наше новое время, спустя 475 лет. Многие хотели приобрести книгу, герой которой так понравился простому народу. Позже роман начали переводить на разные языки мира. Через 10 лет вышла в свет 2 часть романа и также имела оглушительный успех. Роман сразу же после издания стал очень популярным, но денежного успеха автору снова не принес, материального положения не улучшил. Образы странствующего рыцаря Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Панса стали нарицательными. С этих пор до самого жизненного конца литературная деятельность Сервантеса не прекращалась. Появились новеллы, драматические произведения «Ревнивый старик», «Театр чудес», «Лабиринт любви» и многие другие. Поэмы «Путешествие на Парнас» и в конце своего жизненного пути писатель закончил любовно-приключенческий роман «Странствия Персиля и Сигизмунды».
Мировое значение Сервантеса держится главным образом на его романе «Дон Кихот», полном всестороннем выражении его разнообразного гения. Задуманная как сатира на наводнившие в ту пору всю литературу рыцарские романы, о чем автор определенно заявляет в прологе, это произведение мало-помалу, может быть, даже независимо от воли автора, перешло в глубокий психологический анализ человеческой природы, двух сторон душевной деятельности – благородного, но сокрушаемого действительностью идеализма и реалистической практичности. Лауреат международных конкурсов, магистр Одесской консерватории, класс доцента Елены Анатольевны Хорошавиной, Кирилл Борисов. Кирилл исполнит произведение, которое сегодня уже можно назвать классическим в репертуаре гитаристов. Это аранхуэсский концерт для гитары с оркестром, который написал испанский гитарист Хоакин Родриго. Это концерт, который сделал имя своего композитора всемирно известным. И, наверное, нет человека в этом зале, который бы хоть раз в жизни не слышал мелодию этого концерта, не всегда даже зная, что это звучит. Адажио, вторая часть. По одной из версий, Хоакин Родриго написал эту часть, когда услышал о событиях бомбардировки испанского городка Герника в 1937 году. И это настроение, эту трагическую боль он передал в этой части. Итак, я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Кирилла Борисова. Партия оркестра в переложении для фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Анастасия Марушко. Thank you.
Thank you.